Hey, всем привет! Час назад вышел новый сингл Currents, Remember Me. Третий уже трек за последние полгода. И, наконец-то, они анонсировали новый альбом. Он будет называться, как и первый сингл, The Death We Seek. Обложечка вот появилась. Опять же, переплетаются эти два чувака на обложках. В альбоме будет всего 10 треков, кстати. Уже третий сейчас мы послушаем с него. Надеюсь, до мая максимум один сингл будет, иначе пол альбома. Я не люблю эту ситуацию. Соответственно, в любом случае ждем. И есть еще один момент. Это гитарист Райан Кастальди. На днях в Инстаграме они открыли сбор средств. Он очень тяжело заболел. Там подробно у них в Инстаграме все есть. И даже есть ссылочка под видео. Я сейчас обратил внимание. GoFundMe. Это, видимо, какой-то сервис по сбору средств. Кстати, посмотрим, сколько собрали. 53 тысячи из 60, а, по-моему, изначально цель была 38. Если вдруг у вас есть возможность как-то помочь человеку, вот, если вы вдруг не знали, ну, вряд ли вы узнали это впервые через мой реакт, но, тем не менее, на всякий случай, ничего веселого, но будем надеяться, что эта песня грустная не поэтому. Они просто написали, что это будет грустная песня в комментариях в Инстаграме. Но у нас сегодня не только плохие новости. Смотрите, какие штуки у нас. У нас появился спонсор. Ладно, это не спонсор, это мой кореш. Негативная пойма. Во. Я не знаю, как эта штука называется, но она меня спасла, когда был минус 30 в Москве. Вот так вот делаешь и вообще. Помимо таких клевых штук, у меня их тут две. Еще есть такие сумки. Все мне было подарено негативной поймой, поэтому никаких промокодов. Платите, сколько человек просит. Офигенное качество. И, соответственно, еще есть. Вот здесь будут ссылочки. Там есть еще более крутые сумки. Большие такие, модные, вообще офигенные. И всякие штаны. В общем, заходите, залетайте. Наверняка вам что-то приглянется. И, пожалуйста, купите. Ну, пожалуйста. Currents, Remember Me. Погнали слушать. Что-то знакомое. Это уже припев. Я проверил, что автофокус настроен. Прикольный переход. Ой, что так барабанщик подстарел? Блин, ребята, 6 лет прошло с The Place I Feel Safest. Охренеть. Ага. Это приквел, видимо. Всему тому, что происходит на обложках. Нет, хотя он там с корешем был.
Блин, не знаю, надо текста разбирать. Рыжий молодец. Так, ну что, тут как и с некоторыми многими другими песнями Карренс, надо подраслушать. Медлячки у них крутые в целом всегда. Но вот здесь такой припев не сразу мне запомнился. Вернее, он запомнился, но раскрывается он после какого-нибудь пятого прослушивания. Так, из интересного. Это приквел к предыдущему клипу, ну который на The Death We Seek. Получается. Или нет? Нож. Все дела. В общем, надо разбираться. А так, по треку, ну, качево, прикольно, что начинается так мягенько, плавненько, нежно. А потом хуяк. И, смотрите, все запилы. Пинчи. Хармониксы. Ну и у рыжего вокал, конечно, охеренный. В общем, ждем. Еще у нас... Полгода почти, ну ладно, вообще, три месяца до мая, до 5 мая. Пожалуйста, не сливайте еще полальбома до релиза. Вообще лучше больше ничего не сливайте, потому что хочется что-то, чтобы осталось послушать. А о чем тут? Не знаю. В общем, неплохая песня. На этом пока все. До скорых встреч.